Она хотела стать модельером и даже попыталась пойти по этому пути. Но музыкальное призвание оказалось сильнее. Макс Маршалл решила следовать зову сердца. Уроженка Балтимора сегодня живет в Лондоне, где выпускает диски и синглы. Я родилась в большой семье. У меня 5 старших сестер. Мы всегда жили в пригороде, в большом доме. Мне нужно было научиться думать о себе в единственном числе и принимать самостоятельное решение. Я этого не столько хотела, сколько в этом нуждалась. Мне нравится этот мой новый клип. Снимали мы его в Балтиморе. Я отлично знаю свой родной город. Очень его люблю. Там возникают люди из моей жизни, очень для меня важные. Моя мама, конечно же, мой дядя Регги. Моя жизнь сегодня – воплощенная мечта. У меня есть все, к чему я стремилась. Меня любят близкие. Я занимаюсь делом моей жизни. Песня об этом. It's a crossover song that everyone can relate to. Новый сингл Макс Маршалл вышел в свет только что.